блин. Да, не говори. Ребят, привет всем. Жак Херсон, Коля. Сумасшедшее оружие. О, понеслось. Так. С этими каналами напомните-ка нам, что нам вернуться к Ронде. Да твою мать же. Ну и ублюдки. Так, а что у нас? О боже! Не говори. Так, ну давайте пробовать, будем возвращаться к Ронде. Они меня сожрать хотят! Ничего себе, мяско понеслось. А чёрт! Ронда! Отстань ты! Какие-то жесткие стали. Очень жесткие зомби. Ребят, вы уж простите за ту перетрубацию, но не по нашей вине, честно, то, что сейчас происходит с каналом. Так, будете заказывать, не? Прохладительные напитки. Ну тогда до свидания. Честно. Постараемся день-два и восстановиться в нормальный уже режим. Когда вы получали ваше видео почти каждый день по несколько штук. Ну а так, спасибо вам огромное всем за поддержку. Кто пишет там, ребята, держитесь, мы с вами. Так чё я пешкаря хожу? Отстаньте. Вот так вот. Давай, беги, почтальон, беги. Ё-моё. Хорошо, только нам не сюда. Дайте подумать. С другой стороны. Нифига себе. Видите? Какие жирные полицейские. Прямому... Ну и как ты будешь теперь обниматься без рук? Прямому переносу. Так, Дик, ты редкостный Дик. Курточка кожаная. Давайте оденем. Сменим. Вот так будем типа байкеры. Да-да-да-да-да. Так, что там, Ронда? Как дела? Малыш, как дела? Дина Лук, не знаю, нужен ли он нам. Шестая глава, что ли, предпоследняя? Надо будет побеспределить пару видео, потому что мне еще много. Нам все еще нужны детали. Как всегда. Надо живо валить. Заткнись. Слушайте, псих. Есть хорошие новости. Я нашла письмо от того богача-коллекционера из Sunset Hills, который помешан на самолетах. У него есть детали. Он готов их пожертвовать. Давайте пойдем ему навстречу. Эй, спокойно. Он в норме. Ага. Диего, пока Ника нет, помоги мне заправить самолет. Одна я не справлюсь. Давай, Диего, тут ты что-то на взводе. Добраться до дома коллекционера. Окей. Чи-чи-чи-чи-чин. Ту-ту-ру-ту-ту. Так, что у нас там по карте? А по карте, ребята, у нас в гараж. А потом... Совсем другую часть. Ну, надо в гараж по-любому пробираться. Давайте на вот этом поедем в барахле.
скотина! Смотрите, сколько их. Каждым днем все больше и больше. Джека вчера перебухал где-то, подонок, сегодня не пришел ничего записывать. Ничего, ребят, завтра будет приключение дырявого Фореста, у нас завтра выходит патч. Завтра ждите много видео по Форесту в частности. Сегодня... Так, погнали, давайте нормальную комбинированную быстренько, да? Сделаем. А то... Да иди ты! Ну не мешай работать человеку. Что ты встаешь? Ты труп. Сейчас чуть-чуть прочистим. Чтоб они... Хотя, как их почистишь? Пополам разве что. Быстрее, быстрее. Комбинированный. Да не, не трезубец. Вот эта турель нормально будет. Хорошая ж. Плохо что... Давай, давай, доску. Так, окей, но... Чуть-чуть подчистили. Давайте посмотрим, куда все-таки ехать. Прямо можно. И направо на мост. Потом тут что? Тут раз, два, три, вот так и поедем. Значит, смотрите, сейчас мы здесь. Едем прямо и право на мост выезжаем. Хотя выезд на мост, по-моему, не здесь. Ну ладно. Там будет видно. Да, все правильно. Чего вы облепили эту таксишку? Вы зомби. Ты что, солдаты, видите, перекрыли и гасят тут гранатомет к бою. Что? Что там? Over, over. Нормально, нормально. Ух, там точилы, да? Она взорвется! Вот это уже плохо. Все, недолго я проездил. Ну ладно, окей. Так. Давайте посмотрим, куда дальше. А дальше нам, ребят, сейчас выезжаем на эту дорогу, налево-направо, направо-налево. Запомнили? Налево-направо, направо-налево. Налево, направо. Ух, тут мама не горюй, вроде не туда поехал.
Это, в принципе, нормально. Сейчас поворачиваем налево. И до упора, и опять налево. Давай, давай, давай. Главное, чтобы было почем разогнаться. Так вам и надо, сучьи дети. Будете знать. Да. Давай, 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 давай. Ах ты, черт! Давай газку. Хорош. Жесть. А ну-ка, газку. О, пора найти новую машину. Да, вылазь. Вы видите, что происходит? О-о-о, зомби. Эй, хотели бы веселиться? Солдат, успокойся. А ну слезай! Давай, пошли. Так, давайте убедимся в правильности нашего движения. В принципе, все правильно. Направо на мост. Давай, 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 джипик не подведи. Окей, вырвались. Не поцарапал даже. Москву сейчас надо перескочить, я так помню, да? Ну или так. И тут выйдем наверх сейчас. Ну или выбежим. Ладно. На паровой каток, конечно же. Хотя, подождите, а разве паровой каток нельзя было? Или только в гараже? Ну да, видимо. Так, ребят, аккуратненько, укладка кровавого асфальта. Поберегите ноги. Все. Драться захотели? Ага, ты смотри на них. 200 метров, в принципе, не так уж и далеко. Дрянь, уйди от меня, дрянь, ты забыл сказать. Так, давайте. Летят зомби, два гуся. Новая песня, ребят. Это что это такое? Залазь давай, что ты ждешь? Приглашение? Так, а куда ж теперь-то к этому богачу? Складывается такое впечатление, что вон. Одиннадцать тысяч зомби
уничтожено за всю игру, ребят. Я больше не могу! Хватит! Ты не нуй, ты сейчас все будет нормально. Да с уменьшим количеством зомби вокруг тебя. Спасибо, приятель. На здоровье, даже приятель. Придется полагаться на себя, но спасибо за помощь. 21. Давайте посмотрим. О! 3 очка атрибутов. Снаряжение. Так хочется еще, чтобы было. Давайте жизнь добавим. Вот так вот сделаем. А следующее уже будем качать на жизнь. Отвалите от моей машины! Не понял, а это за что мне? За что еще мне? 2 очка атрибутов. Не, это не выдумывайте. Может... Все. Вон он! Славно! Рецептик новый! Самолеты, перчатки, это что за огненные перчатки? Сомневаюсь, что это самолет. Нет! Фигово. Фигово, пипец, как фигово. Это подстава, ребята. Ты что, собрался на Евровидение, паренек? Не хватает бороды. Да! Огненные перчатки, нормальная тема. Так, ладно, где бы переодеться? Нету. Фух, я думал сейчас ходить в этом платье. Так, пришли к богачу, у которого должны быть. Опа. Если эта система была активирована по ошибке, пожалуйста, отключите ее с панелью управления. У которого должно быть части. Нужно валить отсюда! Для самолета, который не хватает запчасти. Закрыто. А куда он? Куда он хочет, что? На второй этаж, ладно. Да отстаньте вы, дряни. Вот это мясо, их мясо и конфетти, ребят. Ой-ой-ой, как же он подрочит, он же зомби, у него, наверное, сгнил уже этот, огурчик его. Твою мать! Нифига себе. А ну-ка. Вот сейчас не понял. Вот сюда. Я справлюсь. Через туалет. Да, неплохо кто-то живет. Сюда. Черт. Твою налево. Куда они там падают? Крыша? Что это за система охраны такая? Стены позакрывала, окна позакрывала, а крышу не закрыла. Да. Непорядок. Где панель управления? Твою мать.
Может, здесь? Нет. О, чёчки, смотрите. Это не пойдет. А, это маска супергероя, да? Ребят, мы супергерои теперь. Вы не подумайте, это не маска мазохиста, как написали. Это маска супергероя. Пипец. Смотрели фильм «Пипец»? «Пипец 2», «Пипец». Вот это... Это об этом. Так, зачистить комнату. Ну и еще. Кто еще не зачищен? Ладно, давайте по-другому. Не хотите по-хорошему зачищаться? Так нормально? Зачистили. Сигнализация. Я так и знал, что у нас здесь. Мне эта картина, отключаю. То сейчас... Ну, примерно так и отключают все сигнализации. Побегаем чуть-чуть в этой маске. Оп. Ну, и где эти детали? Где этот коллекционер, лучше скажи. Черт, где они? Детали должны быть где-то здесь. Зафиг ты взял стол. Пиво в тебе беру бухнуть, а не стол. Так, а ну-ка смотрите, вон рецепт, правильно? Он, скорее всего, в этом гараже. Так, а вон и детали показаны в правую сторону. Так, что это? Топор пожарный. Ну ладно. Нормально, давайте проверим лучше. Вам же подыхать, козлы! Стой! Где это? Огненная перчатка. Ничего себе. И все так и хорошо. Вот рецепт, чертеж оружия. Опасная рвота. Свинцовая труба. И химикаты. Подожди, сейчас я. Сейчас. Открой! Тихо. Женщина, давайте не сегодня. Честно, давайте не сегодня. Так, поехали. Подстригем чуть-чуть зомби, да? Так, а что? А, ключ. А нет, это была деталь, ребро руля, которое нам не хватало. Что тут еще? Я не думаю, что на доску ДВП. Забирай. Попался. Альтиметр. Разве так он? Маховичок необходимо найти. Открывай. Ты встала. О, еще пожарники. Вот это серьезный зомбак. Да, был серьезный зомбак, я бы даже сказал. Так, окей. Собираем детали. Квитанция. Черт. Похоже, что маховик уже был отправлен курьеру в Инлтоне. Нужно найти его. Нифига себе, тут подстава какая. Ну, ладно. Да сколько можно? Сколько можно? Погнали.
Дамы и господа, Вивелтон, квитанция это доставлена. 700 метров, нифига себе. Спешат, давайте проедем как-то так. Аккуратно, да? Вот это говно нельзя собрать. Можно, весельчака не сильно мне нравится. Я бы так не сказал. Тут он ну такой неприятный. Весельчак называется. Ну что, ребят, будем веселиться, значит. Жесть, тут, короче, машинка для сборки льда. Куда он деться? Ну вот это снега, скорее всего. Он выбрался отсюда живым. Это навряд ли, что кроме меня отсюда кто-то выберется. И она, видите, головы зомби в такие комки собирает, которые потом можно запускать на них же. Больше он котов нравится. Или это мусоровозка, а не льда. А не по льду машины, не важно. Давай, давай, давай. Да иди ты, ёб твою, налево. Что она вообще стала подводить? То, что она стреляет петардами, это жесть. Налево. 300 метров, подъезжаем. Не-не, направо вот. Тут вообще, смотрите их, ребят. Скот, ну что ты там, не бережешь ты себя? Я не могу умереть, вот так! Да не умрешь, Скот, не очкуй. Сейчас давайте поможем Скотту. Скот! Спасибо огромное. Я уж думал, мне пришло. Да так бы и было, Скотт. Беги, паренек, беги. Да гелимые перчатки, если честно. 100-метровочка, ребят. Ух, ёпта. Тихо, что тут у нас? Водичка? Ну, давайте. Почему бы и нет? Нам будет дорожку прочистить себе для экскаватора, да? А там мы уже вот так. Занят, вам сказали. Что непонятно, зовем назад. Да, каток чуть на выход. Вы не троните меня, не троните. Вон он, славно. Маховичок-то нашли. Этот номер не пройдет. Рецепт.
Мяч. Я вас не боюсь. Мяч. И граната. Вот тут бешеные комбинации, конечно. Мило. Да-да, надо будет использовать по назначению. Отстаньте. Вы трупы! Да трупы-то понятно что. А где там был еще рецепт? Вон наверху. Можно фургоном, да, подъехать, скорее всего. Чтобы залезли. Да, давайте попробуем, конечно. Нет, зачем ты берешь все в руки и тут тащи? А ну-ка. Ого. Знатно шарахнуло. Так. Теперь получается, что нам бы вот сюда заехать. Вопрос, конечно, спорный, честно скажу. Вот так, ладно. А, нет. Та. Проще простого. Да рецепты бери, ёб твою налево. Во. Огненная. Нет, зачем ты мне мрачного жнеца делаешь? Это у нас есть. Так, я ну что-то не так. Мрачный, мы только что. Где новое? Мрачный жнец, канистра бензина. Ага. Угу. Только не с этим поломанным, а вот с этим. Вот это да, вот это сейчас будет все, блин, пипец вам. Полный при том. Так, что за шляпа? Маска смерти. Хочу одеть, хочу одеть. Да, бляха. Вот это. А, нельзя. Ну, у меня, в принципе, такая маска, что неплохая. На. Возьми себе поменяй. Эх, разойдись, разгуляйся. Нормально. Так, отлично. Все собрали, все, что нужно. Ребят, давайте продолжим в следующем видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, ребят. И делитесь этим видео. Вам же не сложно. Всем пока, ребят. Будем добираться в следующем видео до самолета. С вами был Жак Херсон.